далеко проедем. Пройдем. Хотя, получается, да, немножко уже чуть-чуть остается, и мы здесь стопорнемся. Ага, тоже мы стопорнулись. Ну, ничего страшного. Получили кучу всякого лута. Давайте залутаем. А, ну... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Антитеррорист Раш. Мы играем за такого чувака, который бегает и убивает вот этих всех злодеев. А злодеев здесь, ребята, очень-очень много. Мы играем уже много раз, много серий прошли. Так, давайте собачек побольше. И у нас есть ракетка. Ох, ракетку мы уничтожили. Так, врагов прям очень много здесь. Очень много врагов. Но у нас есть помощники. Это собачки. Это, естественно, вооружение. Такие, как вот ножи. Потом вот эти вот лимонки. Также есть у нас появилась недавно аптечка. Вот аптечка тоже очень хорошо помогает. Так, а ну-ка. Давайте всех уже песиков мы отправим. Потому что я не думаю, что мы здесь далеко проедем. Пройдем. Хотя, получается, да, немножко уже чуть-чуть остается. И мы здесь стопорнемся. Ага, тоже мы стопорнулись. Ну, ничего страшного. Получили кучу всякого лута. Давайте залутаем. А, у нас же еще и сейф есть. Давайте откроем сейф. В сейфе что-то должно лежать интересненькое. Сейчас посмотрим. О, денег, куча денег. А, давайте зайдем в особое. На 80 тысяч я предлагаю купить аптечку. А потом я еще предлагаю купить ножей. Так, 11 ножей стало. Заходим в арсенал. И здесь давайте оружие соберем. Так, нам выдали сколько? Тут, в принципе, что-то можно собрать. Так, 11 вот этот собираем. Так, 12 есть. Так, вот десяточку. Вот этот еще пистолет мы собираем. 4, вот 5, хорошо. А, по оружию еще что-то. Так, а ну-ка, где? Вот, 12. О, мы получили новый автомат. Офигеть, спасибо. Так, а что у нас здесь по кипарикам? Давайте посмотрим. Так, десяточка. Она здесь должна стоять. 13 номер. О, новый кипарик, получается, с очками. И по броникам. Так, 11, 12, 13. Чуть-чуть не хватает, да, до новенького. Так, по кепочкам. Вот, восьмерочка еще. Девяточка, десяточка. 11. Так, а еще что-то. А ну, что еще? Угу. Что-то у меня разбегаются глаза, ребят. А, вот, седьмой номер. Так, все. Давайте отправляемся в путь, в атаку. Так, сразу собачек. У меня вот куча ножей стало. Теперь будем бросать ножами. Бросаться. Так, давай, песок сразу. Да, куча врагов прям. Куча врагов. Так, все, пески пускай занимаются врагами. Давайте еще отправим. Так, подлечиться надо, ребята. Давайте подлечимся. Раз и два. Так, все. Собачек я полностью отправил, пускай занимаются. Так, гранатка. Все, и ракетки пошли у меня. Раз ракетка, два ракетка, три ракетка. И последняя ракетка. Все. Все, оружия больше нет, собачек больше нету. Будем сами как-то справляться. У нас новый автомат, поэтому... Я думаю, мы здесь хорошо пройдем. Есть. Прошли уровень. Замечательно. Наконец-то. Так, у нас тут, в принципе, два уровня еще осталось. Так, заходим в особое. А, чтобы приобрести. Давай собачек. Вот все, у нас теперь 10 собачек будет. В арсенале посмотрим. Так, у нас здесь есть кипарики. Так, 12 уровень. Так, здесь, получается, бронька. Что у нас здесь есть? 9, 10, 11, 12 и все. Все. Так, поехали дальше. Тут, в принципе, два уровня осталось. Я думаю, несложно будет. Так, сразу. Давайте песку сразу отправим. Так, тихо, кто-то там стреляет. Смотри, а, гад какой. Так, ну, у нас, в принципе, песок много. Так, в этих сейчас постреляем. Так, аптечку используем сразу, две штуки. Так, двух песиков. Отлично, отлично. Давайте, у меня еще куча псов есть.
ребята. Так, давайте обстреливаем. Так, у меня еще есть собачки, ребята, вы не думайте. Так, давайте всех, короче, сюда. О, отлетела, куда-то далеко. Моя ракетка. Так, ладно, в арсенале пока не будем собирать ничего, там особого и нету ничего. Сейчас будем добивать уже этих плохишей. Так, в принципе, песиков можно сразу отправлять, потому что их у меня достаточно-таки много, они еще потом убегают в конце. Так, сейф. Замечательно. Так, давайте сразу подлечимся. Ёлки-палки, смотри, а. Так, давайте еще раз подлечимся. Да, много вас, ребята. Так, сколько у меня? У меня ракеты, тоже ракеты есть, ребята. Я вас сейчас буду угощать ракетами. Так, все, что собрали, то собрали. Что собрали, то успели. Так, открываем сейф. Посмотрим, что у нас в сейфе лежит. Я думаю, что-то интересное. Да, сейф все сложнее и сложнее открывать. Смотри, сколько надо нажимать на них. Ого, денег сколько, нафига себе. Угу. Так, покупаем аптечку. Все, в принципе, больше денег ни на чего нету. В арсенале смотрим. Оружие. 11, 11, 12. 13. Дальше. Десяточка. Так, нет, что-то еще есть. А, вот восьмерка. Так, девятка. Пятерка. Так, все там. Нет, еще что-то. А что еще? Что-то... А, вот девяточка. Десяточка. Одиннадцатая. Угу. Вроде бы все. Да. По кипарикам. О, сколько много чего тут есть. 12 уровня. 13. 10. 11 уровня. 9. 10 уровня. Так, вроде бы тут все. По одежде. Майка, футболка. Так, жилет. Десяточка. 11, 12, 13, 14. Да. Новый бронежилет. Офигенный. Офигенный бронежилет. Давайте мы его вот сюда поставим. Так, по оружию. Ну все, в принципе, давайте в бой отправляемся. Так, бросаем на ножи. Ножи прям мощные у меня. Убивают. Так ты гад, смотри, что творишь, а. Сейчас я песочек своих выпущу наружу. Так, у нас по аптечкам. Аптечки у нас уже более лучшие стали. Сейчас мы проверим, как аптечка будет использоваться у нас. Да, нет, не особо она там прям мощная такая аптечка у нас. Не сказал бы, что мощная. Так, здесь ракетки. Так, давайте еще. Да, всех собачек уже мы отправим. Так, ну все, закончились у меня боеприпасы. Давайте, пески. Так, собираем, что у нас тут есть. А, и совсем чуть-чуть осталось до прохождения. Давайте еще раз попробуем, подлутаемся, лута побольше возьмем. Так, давайте бросаем оружие. Сейчас мы их всех зафигачим. Вот. Нормально. Пески. Гранатки. Может быть, слушай, тут сейф какой-нибудь мы откроем, было бы хорошо. Так, у меня еще собачки есть. О, хорошо, надо было две запустить ракетки. О. Так, собачка есть. Так, сразу подлечимся. Да всех уже собак я отпускаю. Все, пускай они покусают всех. Есть. Все, убежали. Ой-ой-ой-ой, вот в этом месте, смотри. Трое остаются, и один у него, смотри, жизни как мало. Так, заходим в особое. Что мы здесь можем приобрести? Давай приобретем ракетку. Хорошо. В арсенал заходим, смотрим оружие. Так, отлично, девятый. Девятый уровень. Так, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Так, пистолетики есть у нас здесь. Так, что у нас по шапочкам? О, смотри, сколько у нас много шапочек. 12, 13, 14, 15 уровень. Нифига себе, вообще антитеррорист. Антитеррорист у нас крутой. Так, а что тут еще можно? А, вот 9 уровень.
Так, все, здесь по броникам. Десяточка, одиннадцатая, двенадцатая. Десяточка, одиннадцатая, девятая. Так, все, в принципе, здесь. Давайте отправляемся в атаку. Так, ножи. У меня куча ножей есть. Будем использовать ножи. Так, давайте сразу парочку собачек. Так, кто там на меня стреляет? Алло. Так, тут прям побольше ножей возьмем. Так, срочно подлечиться надо. Так, собачек у меня много. Так, сейф открыли, хорошо. Не знаю, сколько мы пройдем. Давайте еще собачек. И подлечимся чуть-чуть. Вот, чуть-чуть подлечились. Так, а я же... А, нет, я две не запустил. Не хватило. Так, в каком месте там у нас не получается? Вот в этом, что ли? А, вот в этом месте. Ё-моё, смотри. Да, двое осталось. Двоих мы не смогли зафигачить. Ёлки-палки. Да, ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте привет, я передам привет вам в следующем ролике. Пиши, я хочу передать привет. Напиши просто под роликом привет и поставь лайк. Всем пока-пока, до новых встреч, и не забывайте почаще заходить на канал Duda Play и смотреть новые ролики. Всем пока-пока.